Фестиваль традиционный, в этот раз даже длился дольше обычного. Его программа была настолько насыщенной, что представители российской прессы едва успевали насладиться бархатной сочинской погодой. Все больше их интересовали дискуссии об актуальных явлениях современности, встречи с политиками, общественниками, презентации новых идей. У наших журналистов сочинских есть такая огромная возможность пообщаться, подружиться, потом приезжать в гости и обмениваться мнением, обмениваться опытом. Это очень здорово. Ну и в мэра тоже есть одна особенность. Его всегда ждут в Москве, в доме журналистов. Он любит приезжать. Спасибо, спасибо. Обсуждали участники форума проект Международной конвенции по безопасности и независимости журналистов и других представителей сферы медиа. А на закрытии фестиваля председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов отметил особенность нашего региона – дружелюбную атмосферу на курорте, где проживают десятки национальностей, которые гостеприимно встречают людей с разных уголков не только России, но и мира. Города, приветствуя участников форума, рассказал, как живут люди в многонациональном Сочи. Мы действительно город Сочи, мини-Советский Союз. И у нас есть свои общины, и есть у нас совет при главе города по национальностям. Мы гордимся, но и понимаем, какая ответственность ложится на нас, потому что мы все чаще и чаще представляем родину перед всем миром. И скажу так, мы ее еще ни разу не подвели, правда ли? Лучшие представители региональной прессы были награждены дипломами Союза журналистов России. Он, кстати, объявил о старте проекта «Я живу в России». Цель – вернуть в СМИ материалы о судьбах обычных людей, которые заботятся о своей семье и близких и с душой выполняют, казалось бы, рутинную работу. Эти люди нужны и важны, на них держится вся Россия. Каждый из них красив, потому что умеет создавать и созидать жизнь, уверены авторы проекта. Елена Овсецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.